Мужчины, подарите своей второй половине весеннее настроение, а для этого нужно обязательно пригласить даму на праздничный концерт, который состоится 8 марта в Доме офицеров. Это будет настоящий праздник в программе «Песни о любви», современные эстрадные композиции, яркие световые эффекты. Все это создаст незабываемую атмосферу романтики и любви. В концерте примут участие ансамбль «Песни и танца» и другие творческие коллективы Дома офицеров. 8 марта в 15:00. Мы ждем вас.